нарисованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Выбирается одна единственная песня, и как вы думаете, вот ваши доводы, почему песня «Я тучи разведу руками» должна стать достоянием республики? А вы знаете, это был выбор Игоря Яковлевича Крутого из нашего репертуара, хотя мне безумно обидно, что всего 10 песен. Я считаю, что за такой длинный период творчества «Только со мной» у него далеко не один хит, шлягер, как песен, которые запали в душу. Знаете, есть же песня «Однодневки», вот их запели, вот весело, вот потанцевали, ну, в общем, она и осталась. А у нас, в общем-то, с ним были те песни, которые живут в душах у людей до сих пор. И это не только «Тучи разведу руками», есть еще, я бы сказала, у меня только так десяток точно есть. Трудно очень выбирать, очень трудно, очень такой... Сложный проект, я бы сказала. Расскажите, пожалуйста, какой Игорь Яковлевич в работе? Вот он жестко настаивает на своем или наоборот, там, мягкий, идет на компромиссы? Ну, при работе, например, со мной раньше, он никогда не настаивал, мог предложить, но не настаивать. С ним очень было легко всегда, потому что он безумно остроумный человек, такой фонтанирующий всякими шутками, это помимо творчества. И с ним, в общем, очень легко. Мне было очень легко.